Как говорят, работают все видеокамеры Советского Союза. Что у нас на сегодня? А у нас на сегодня работа посетителями канала. Кратенько ответим. Блонди, что тут творит Блонди? И меня немножко захватывать, и экран захватывать. Блонди, да, что-то тут такое творит. Творческая студия. Итак, доброго здоровья. Посетители канала. Подписчиков 29 034 человека. Хотел бы я посмотреть контент, сколько же у меня видосов всего. Где это можно посмотреть, может, подскажете? Ну, посмотрим. Да, я хотел бы посмотреть. Гравитационная гимнастика 135 просмотрели. Мой девиз 303. Запасаются керосином. О, молодцы люди, запасаются керосином. Так и надо. Какие времена нас ждут. Поэтому лучше заранее иметь керосина. 905 просмотров. И это... новогоднее поздравление. Это моя песенка «60 конфет обертки». Запах мандарин стоит. 5535. Вот это вот видосик распространяйте, распространяйте, чтобы он стал хитом. Хитом, хитякой, супер хитякой. Там все есть для этого, все есть. Было бы ваше желание. Аналитику посмотрим, что у нас с аналитикой. А, просмотры за 28 дней с 21 декабря 20 по 17 января 21. Просмотров 51 тысяча 500 тысяч. Время просмотра. Подписчики минимум 155. Расчетный доход 52 доляра 17 сентим. Сентим. Что еще значит? Нас смотрят за 48 часов 4882 человека посмотрела. Так, в контенте я бы хотел, знаете, что еще посмотреть. Трансляции. Трансляции, это наша совместная трансляция была с Эдуардом. 628 просмотров. Трещи на прямой кишке 666. Дальше что у нас? Ага, вот смотрите, не упусти благоприятный момент. Мне всегда как-то, знаете, поражает... Какая-то несущественная информация. Возможно, из-за того, что люди не могут по достоинству оценить ту информацию, которая изложена в совместном нашей беседе с Эдуардом. И поэтому для них такие простенькие вещи, не упусти благоприятный момент, это как раз тут по биоритмологии, 765 набрало просмотров. Ну ладно, аналитику глянули, комментарии. И вот здесь, что вот вы отвлекли меня. Так, и вот начнем работать с комментариями на канале. Ну вот, для некоторых людей открывается гравитационная гимнастика. Например, Вадим Ларгин посмотрел наконец-таки ролик с Самодумовым. Но по своим возможностям Самодумов величина огромнейшая. Нелли Варданян, ближе к народу. Подскажите, пожалуйста, что может быть в носовой полости постоянно раны? Из-за этого дышать тяжело, воздуха не хватает. Уже припробовала все, что возможно, ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, спасибо заранее. Ну вот смотрите, одно из лучших средств для того, чтобы носовую полость привести в порядок, это собственная урина. Вот если мы возьмем любое другое средство, то насколько оно будет сродственно нашему организму, насколько оно будет, как бы сказать, обладать лечебными качествами и в то же время не обладать какими-то разрушающими другими качествами. Это очень трудно вообще-то подобрать. Для некоторых как-то легко и просто, но вот тут что тут? Перепробовала все, что возможно, ничего не помогает. Урина как раз это часть нашего организма, которая содержит все необходимое для его заживления и восстановления. Поэтому вот такая рекомендация. Можно просто закапывать, можно промывать своей утренней свежей урины. Я думаю, это одно из лучших средств.
А вы устраиваете творческие вечера с подписчиками или типа того в районе вашего проживания? Очень интересно было увидеть с вами лично. Нет, я никаких творческих вечеров не устраиваю. Я живу вот. Ну, как вы меня видите, как я живу. Так, а и вот, что меня побудило, это как раз ответить: воздержание – это норма. Значит, Петрович, скажи, пожалуйста, можно ли пить одну каплю йода на полстакана молока по схеме одной капли один раз в месяц? Ну, пить-то можно, пить можно. Но для чего? Вот просто, знаете, вот вопрос. И дальше мы как раз воздержание – это норма, будем вот это все дело обсуждать. Зачем вам пить каплю йода на стакан молока по схеме один раз в день и так далее? Вот зачем? Прежде всего, чем что-то делать, надо понимать, для чего вы это делаете и что вы хотите получить в конце концов. Я не понимаю вот тут. А если так просто сказать, можно? Да, можно. А что дальше будет? А я не знаю, что дальше будет. Для чего все это вам надо? В смысле, можно пить? Да, можно. Вот такой вот ответ. Ну, пойдем дальше. Вот интересное замечание Харахевальевна. 16 часов назад она написала следующее. Большое вам спасибо. Ваши советы по очистке печени – это находка. Врачи довели мужа. Запугали операции на желчный, запугивали, он загнулся от лекарств. Я настояла на чистке печени с лимоном и маслом. Он должен был отправиться на удаление камней в желчном. Я убедила сделать чистку. И, о боже, повылетали не только камни, но и всякая дрянь. Низкий вам поклон. Ваши книги спасли человека. Большая вам благодарность, огромных вам дел и сил. Вот смотрите. Я помню, что в 1987-88 годы я как раз вел клуб «Бодрость», и приходили люди вот с камнями в желчном пузыре. Они не хотели, чтобы им отрезали желчный пузырь, и вот мы с ними работали в этом направлении, а именно подготовочка, потом чистка печени. Были возражения, куча возражений, в основном от медиков. И я должен сказать, что часть из них, конечно, правда. Нельзя так 100% сказать, что чистка печени выгонит там эти камни. Но тем не менее, камни выходили. Вот смотрите, вам случай. Правда, тут не указано, какие это там камни, какой там величины. Но тем не менее, все вылетело. Все вылетело, поэтому здесь надо здраво рассудить, насколько, конечно, большие эти камни, из чего они примерно там состоят, и тогда вот использовать. Ну, по крайней мере, видите, какой вот, какой отзыв. То есть вот все надо взвесить, прикинуть, рассудить, взвесить свои возможности и потом решиться сделать. Поскольку его пить, запасаюсь керосином, Галина Мандрыкина спрашивает, поскольку пить керосином? Заходите в библиотеку, понимаете, заходите мою, и там бесплатно лежит книжечка про керосин. И там все рассказано, все, что я лично знаю. И поэтому вы будете в этом деле дока. О, никогда не думал, что керосин можно пить. Да, а вот Артем Федор говорит, не можно, а нужно. А для чего это нужно пить, Олег Грапе? А для чего нужно пить? А вот, опять-таки, вот эту книжечку берете, лечение керосином, тадикампом и прочим углеводородистым соединением. И попиваете. Так, вот Артем Федоров, он прослушал наш совместный встречу с Эдуардом. Голодание 27 дней, результаты, итоги. Значит, про соду и перекись крайне интересно. Тоже хочу попробовать. А вот я так скажу. Ну, попробовать можно, попробовать. Опять-таки, для чего? Зачем? Вопрос сначала себе задаете. Для чего? Как действует сода? Как действует перекись водорода? И, допустим, я нахожусь в таком состоянии, когда мне нужна эта сода. Нужна перекись водорода или не нужна? Вот я как-то обхожусь без соды и перекись водорода. Хотя пробовать я пробовал. Ну вот, оказывается, можно обходиться
и успешно обходиться без всех этих, знаете, костылей. Вот я сижу там, грубо говоря, на керосине, я сижу на соде, я сижу на перекиси водорода. Вот я сижу на тмине, потому что я понимаю, что тмин, и ощущаю его благотворное воздействие на мой организм. Из всего, что вот этого я применял, в данном случае это оказалось то, что надо. А остальное, конечно, как инструменты вы можете применять, но надо понимать, для чего Майда им Раша, да? И так верит на слово, что керосин осветительный, но вы даете, ну, никого, вот, вот вообще очень хорошее так замечание, верит на слово. Да, очень много различной информации, и насколько она верна, или вернее, насколько это все подойдет именно для вас, и не просто подойдет, а подойдет именно вот в этот момент, в котором вы сейчас находитесь. То есть, чтобы она помогла не когда-то, не потом, не в будущем, а именно сейчас, в данный момент. Вот здесь опять-таки должны быть знания, знаний ни у кого нету, никого нету. И поэтому и получается, что вот такие какие-то вопросы, знаете, детские, наивные, или человек что-то пытается делать. Где ж воздержание – это норма? Я ищу вот этот в основном, чтобы ответить. Питониара, день назад. Значит, запасаюсь керосином. О, великий, ага, у меня за год на все, про все литрушка ушла. Сейчас уже начал третью пол-литру. Мамуся купила у себя какой-то очищенный, язык и губы не печет, как мой с надписью растворитель. Вот наоборот, смотрите, скорее всего, она купила не очищенный, потому что именно вот очищенный с надписью вот этот растворитель печет и губы, ну, то есть на слизистой действует. А вот когда он менее очищенный, добавьте туда немножечко масла, ну буквально такие, чайную ложку на 100 грамм керосина. Масла какого, да, любого там растительного масла там добавьте. Ну, я думаю, лучше всего оливкового. Для того, чтобы вот появилась мягкость. В нефти имеется мягкость, вот эта вот эластичность, которая не печет слизистые, и в то же время она действует. Год пролетел нормальный, как побочка, вообще уже не помню, когда побаливала поджелудочно, убитая в 14 году жирной тушенкой без хлеба и по нескольку банок в день. Вот вопрос. Но если вы чувствуете, что тушенка, вот эта жирная тушенка действует таким вот образом, как-то сократить ее приемы. Может быть, там вообще никакой еды не было. Сократить прием этой тушенки, а по возможности отказаться от нее. Но чем человек разумный отличается от человека общественного? Это тем, что вот он попробовал что-то и чувствует, а это все нормально идет. Либо же чувствует, что нет, какой-то дискомфорт появляется, какие-то боли появляются в районе поджелудочной железы, опоясывающие, что-то после этой тушенки болит, значит, он отказывается от нее. Более того, человек разумный старается вокруг себя создать такую среду проживания, в которой бы ему было комфортно и работать, и жить, и трудиться там, и все делать. Он создает это. А вот человек общественный, вот направили туда, а по интернету работа.ру, есть работа за такую-то сумму, вперед, куда? То есть наплевать, чем заниматься, как заниматься, поехали туда, поехали сюда и так далее. Или работы нету. Вот человек разумный, он создает работу. По крайней мере, знаете, он себя прокармливает, не завися от других как-то людей. Вот что самое интересное. А когда вот так вот получается, человек общественный, вот это убитая жирная тушенка без хлеба по нескольку банок в день. И потом получается, что надо, ага, то керосин принимать, то еще что-то принимать и так далее. Прежде всего, не надо себе вредить, не надо себе
себя разрушать. И тогда ничего вот это не надо, ни керосина, ни... Так, я ищу воздержание, это норма, воздержание, это норма. Геморрой устранения. Вот Виктория один день назад написала следующее. Просто из-за нарушения микрофлоры кишечника и перистальтики опорожняюсь только при помощи клизмы, осторожно, так все... Все равно боль. На строжайшей диете, в баночке и все такое. Но пока не могу добиться жидкой дефекации. Хотелось бы почистить печень по вашим видео. Но пока столько трав не могу купить из-за финансов. Благодарю. Ну, у кого-то, конечно, могут быть финансовые проблемы и так далее. Но вот знаете, можно ж опять-таки так построить свою жизнь, свое питание, чтобы... от финансов, ну, поменьше зависеть. Вот смотрите, просто из-за нарушения микрофлоры кишечника. Давайте так, микрофлора. Микрофлора восстанавливается, естественно, питанием. Очень хорошо на нее действует тмин. Поэтому надо изменить питание, использовать тмин. Но тмин, так сказать, не панацея. Вот я использую с утра каша. Каша у меня пшеная. Жена, как правило, отваривает мне. 40 минут я хожу, первые 20 минут я иду, на вторые 20 минут она уже ставит кашу, заканчиваю ходить, и каша готова. Значит, пшеная каша, сваренная, туда добавляется масло сливочное, люблю я еще немножечко сальца, то есть кашу сладкую не надо делать, вот она должна быть немножко подсоленая, ну слегка, чтобы вам приятно было есть. И с удовольствием ее съедаю. Это как раз и питание, и для микрофлоры. Так, и перистальтика. И перистальтика также начинает восстанавливаться. Далее. Чтобы, конечно, перистальтика кишечника заработала, нужны какие-то вот и грубоволокнистые, и в то же время и мягкие, и в то же время и живые продукты. И вот лучше всего для этого где-то подойдет проросшее зерно. Проросшее зерно проращиваете в... целебной кулинарии, все это даны видосы. Проращивайте пшено, делайте себе вот эти вот коктейли и пьете для того, чтобы восстановилось. И вдобавок понять, что это у вас за вид запора. Книжку про запоры я выложил, не выложил. Что за вид запора? Я написал целую книжку. Видов запоров бывают несколько. И в зависимости от вида надо применять и соответствующие средства. Но вот смотрите, все равно боль на строжайшей диете, баночки, поганилась жидкая дефекация, почистить печень. Не надо чистить пока печень и травы и так далее, потому что все это пока пойдет не туда, куда надо. Нам надо, чтобы мы стабильно настроили наш организм на работу, нормальную работу. Для этого нормальную работу, прежде всего, значит, встали и пошли пешочком. Джик-джик-джик-джик-джик, прошли хотя бы около часика в день, чтобы у вас там заработало, чтобы у вас там перистальтика началась какая-то. Далее, по возможности, значит, вот это я сказал, кашка. Чтобы вы хорошенько жевали, а не глотали. Это тоже надо понимать. Как восстановить работу желудочно-кишечного тракта? В первую очередь надо все хорошенько жевать, измельчать. Про кашу я сказал. Далее, значит, чтобы у вас были там тушеные овощи. Тушеные овощи тоже потушили, все там сделали. Ага, пожевали хорошенько, то есть все, пятое, десятое. Чтобы все это как-то способствовало наполнению вашего желудочно-кишечного тракта. И служило, как бы сказать, стимулом для того, чтобы он заработал. Но я думаю, если со свежими соками, конечно, может быть проблема, но очень хорошо в данном случае попить свежевыжатые соки. Какие? Морковные, яблочно-свекольные. Вот, побольше вот этой вот отварной свеклы есть. Вот и делать своеобразные такие винегреты. Ну и дело пойдет, При этом тщательно пережевывать, чтобы у вас все там жевалось, знаете, вот взяли в рот еду, и пока она не превратилась у вас в жидкость, вы ее не проглатываете. И все нормализуется. А так,
Вот у меня оказалась четвертая стадия геморроя. У меня вопрос, когда вы ходили к врачам, вам предлагали операцию по удалению, потому что, смотрю, реабилитационный период очень сложный, еще с большими болями сопряжен по отзывам, кому-то удачно, кому-то не так. Вот так предлагали ли вам операцию? Мне лично нет, я до операции не дошел, тем более... Это было, если это было, смотрите, 70-е, 80-е годы, когда у меня это все появилось, этот геморрой, тогда как-то еще не было поставлено вот это все на поток. Но, что я хочу сказать, если, вот просто рассуждаем, вот предлагают операцию на, значит, прямой кишке геморрой, если они не могут устранить причину, они пытаются следствие заделать, устранить следствие этого. Дальше рассуждение и вопрос. Причина остается, она не будет дальше дуть нам геморрой. Вот это вот задайте вопрос, и задайте этот вопрос врачу, который предлагает вам операцию. Что он ответит? Или вот так, как рулетка. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Сделали... Да, вроде устранился. Причина осталась, через некоторое время он опять появился. А бывает, сделали и нормально. Вот тут как вам повезет. Вот такие вот. То есть вы просто-напросто, опять-таки, человек разумный, он рассуждает. В каждой ситуации есть масса различных вариантов выхода из нее. Вот какой из... выхода вам больше подходит. Если вы хотите, чтобы у вас задница осталась целая, а не резали ее по кусочкам, значит, вы ищете какой-то другой вариант. А если вы думаете, да, сейчас быстренько все это, джик-джик-джик-джик и все, ну, пожалуйста. Глядишь и повезет. Нельзя сказать, что. Поняв, на онлайн-курсе научитесь управлять своим дыханием. И все. Так. Смотрите, воздержание – это норма. Вот чего все это началось и для чего я видосик делаю. Помогите. У меня с 1.01.21 бурлит желудок, давит после еды, тупая боль, пукаю и так далее. Таблетки не помогают. Вот воздержание – это норма. До этого как-то мы говорили, что-то там воздержание. Воздержание в чем это норма? Вот девиз человека. Воздержание в чем норма? Для чего воздержание и как и так далее? Если человек воздерживается от чего-то, то должно это все вылиться в какие-то блага. А тут я вижу, никаких благ нету. Для чего воздерживаться? От чего воздерживаться? Что, смотрите, начинается вот. Бурлит желудок, давит после еды, тупая боль, пукаю. Значит, бурлит желудок. Это говорит о том, что вообще... Вот если взять желудок, если только взять желудок, это говорит о том, что он перестал нормально переваривать пищу. Значит, в этом случае что надо делать? Надо вообще что-то использовать такое однотипное, легко перевариваемое, знаете, ну, грубо говоря, опять-таки, какие-то кашки размазню только есть для того, чтобы восстановился. Ничего там грубого не есть. Это если желудок давит после еды, так, тупая боль, пукает. А вот если он уже пукает, это говорит о том, что идет брожение в кишечнике. Значит, тут не столько желудок, или может и желудок, и кишечник, то есть весь желудочно-кишечный тракт вышел из нормальной работы. Что в этом случае делать? В этом случае, если так сказать, как-то мягко отнестись, можно начинать применять тмин, семена тмина, как я рассказывал. Просто-напросто берете пол чайной ложечки семян тмина, проглотили, запили водой. Очень хорошо для того, чтобы восстановить вот этот вот желудочно-кишечный тракт, он очень хорошо восстанавливается голоданием. Успокаивается, восстанавливается. Голодание для него это отдых. То есть он работает, вот что-то переваривает, там слизистая слущивается, соки выделяются, вот это вот. Как только человек там голодает суточек там двое, трое, пятеро, семеро, вот эти все быстренько вещи в желудочно-кишечном тракте приходят в норму. Далее, потихонечку, вот на тех же жидких кашах вы выходите
чтобы этот, знаете, каши были вот такая вот размазня, все было тепленькое, никакой смешанной пищи в одном приеме, правильно принимать в одной трапезе, то есть сначала жидкости, вы выпили там, допустим, травяной там чай, или даже киселя хорошо выпить, киселя, потом съели эту же там кашку, на следующий раз, допустим, вы там опять-таки выпили там теплого там чая травяного, далее, значит, теплые тушеные овощи с кусочком там мяса съели, не без того там, или там с картошечкой, все это хорошо пережевывая, это все уйдет, таблетки не помогают, воздержание это норма. Что же это за норма, если вы начинаете использовать таблетки? И смотрите, если человек вот неправильно все это в себе как бы сочетает, то есть прием пищи неправильно, и пытается это все решить таблетками, естественно, в первый раз там таблетки могут помочь, а потом они бессильны. Потому что все тоже продолжается, и плюс еще таблетки. Так, теперь диагноз на ФГС. Ревматозный хронический гастрит. То есть гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Ага, ясно. Значит, для того, чтобы вот это вот хронический этот гастрит, это голодание. Вот для того, чтобы слизистая оболочка желудка подзажила. Трое суток, там семеро суток. Далее, что у нас идут? Опять-таки, я до этого говорил, правильная последовательность потребления пищи. Жидкости вначале идут. Далее уже идет какой-то один вид пищи, для того, чтобы этот желудок от ужаса не входил в ступор, не понимая, какой желудочный сок ему выделить на то, что съел он. Борщ, картошку, мясо, тортика и еще там изюмом после там загрыз или яблочко съел. Понимаете? Такая мешанина для него неприемлема. И вот тут-то хорошо подойдут все слизистые как бы продукты. Тут подойдет, допустим, и чай из лопуха, и этот самый, и льняное семя. Вот этот вот, не отвар, а там настой льняного семени. Тут и подойдет и кисель хорошо для того, чтобы это. Тут подойдет, возможно, и просто-напросто вот человек берет сырое яйцо, там выпивает для того, чтобы вот это вся эта слизистая. Это что касается по хроническому гастриту, как я думаю, потому что образ жизни, видите, вывел хронический гастрит. А теперь самое важное, вот это все было просто предыстория к тому, что мне делать, дайте совет. Совет дам. Внимание, я хочу перейти на рацион питания свекла, морковь, грейпфрут, орехи. Свекла, морковь, это как раз, то есть человек пытается перейти то ли на вегетарианство, то ли на сыроедение в сезон. Когда этих продуктов нету, когда, будем говорить, холод, сухость. И вот эти продукты, свекла, морковь, орехи, это довольно-таки грубые продукты, которые полноценно, знаете, может вот расщепить, переварить, особенно в этом самом, в сыром виде, довольно-таки здоровый, крепкий пищеварительный тракт. А тут этого нету. Тут этого нету. То есть неправильное применение вот этих вот продуктов. Теперь смотрите, вот это вот как раз свекла, морковь и орехи. Грейпфрут это кислота. Это фруктовые кислоты в этом грейпфруте. С орехами они не сочетаются, они именно вызывают вот это все отображение. То есть вот эти все продукты, свекла, морковь, грейпфрут, орехи, при невозможности правильного переваривания, они начинают в кишечнике бродить, от чего образуются газы. Поэтому в данный момент воздержание – это норма. Это не ваше питание, на которое вы хотите перейти.
Вам вот в данный период для того, чтобы восстановить свой желудочно-кишечный тракт, я уже говорил, что, по-моему, может быть, по-вашему там как-то по-другому, надо сделать для того, чтобы все это восстановить. А это все, вот это вот, все это сырое как раз и вызывает и несварение, и газы, и пошло. То есть, если человек вот так дальше пытается там питаться, то кроме ухудшения здоровья ничего не будет. Может поголодать, я сказал, вот, что может сделать голод. Что мне делать, я сказал. Далее, я в панике, помогите мне, пожалуйста. Так как я сам прошу, чтобы мне помогли. Поэтому не откликнуться как-то, если ты не помогаешь, ну, по крайней мере, чем я знаю, вот, то и тебе не помогает. Ну, это так. Небольшое отступление. Я в панике. То есть человек, я так понимаю, что вот воздержание – это норма. Он, ну это мое мнение, надумал оздоровить свой организм, что здесь надо воздержаться, там надо что-то перейти и так далее, и так далее. То есть наслушавшись, начитавшись разного рода информации, которая так вот преподносится, он думает, что вот сейчас я там перейду и попру. А оказывается, когда мы переходим и думаем, что мы попрем, а оно почему-то не прется. И на это все имеются свои объяснения, и их надо знать. Значит, воздержание – это норма. Я сказал, что бы я делал? Что бы я делал на основании своих знаний? То есть, для того, чтобы вот это все успокоилось, я бы поголодал. Далее начал бы восстанавливаться на слизистых продуктах. Я уже перечислил их. Это и кисель, и это и льняное семя, это и настой, отвар этого лопуха там. И, знаете, картошечка, мяточка, чтобы была там. И, возможно, даже сырое яйцо там пил, чтобы это там было. Но все это отдельно, правильно построил бы свое питание, то есть жидкости до еды, чтобы там ничего не разбавлялось, а наоборот. Дальше идет один монопродукт для того, чтобы в желудку было легко и просто его переварить. И желательно, чтобы он не раздражал, то есть, допустим, меньше там этого мясца, там, ну, мясо можно заменить яйцами. А уже потом, вот все это дело, укрепившись там, и сок морковный, опять-таки, да, это все до еды, и все это в теплом виде, и плюс еще тминчика с утра, чтобы все это восстановилось. Вот, как это все восстановится, летом, и можно там попробовать большую часть своего рациона уже заменить на свежий там растительный. Вот так-то в панике. Вот именно из-за этого я и сегодняшний вот этот видос построил. Ну, почитаем дальше. Вот злая фея. 9 ответов. Значит, воздержание – это норма. Завари корки граната 3 раза в день по стакану до еды. День пьешь, день не пьешь. 14 дней, потом можно повторить. Завари хорошую жменю сухих курок на 3 стакана кипятка, доза на день. Но это не тот вариант. Это вариант корки граната, там, допустим, насколько я понимаю, от паразитов, для того, чтобы не урчало там еще в животе. И то навряд ли, потому что если процесс идет в кишечнике, то все жидкости у нас всосутся в тонком кишечнике, и до толстого они не дойдут. То есть я считаю, это не сработает так, как хотелось. Воздержание – это норма. Хуже не будет. А вот тут надо знать, как этот гранат действует, как это все действует. А так хуже не будет. Это говорит о том, что человек в этом деле безграмотен. Александр Кибалов. Обычно такое лечится голодом 21 день успешно, но выход на отваре овса. Да, отвар овса можно использовать, соки аккуратно, и только яблочный. А я вот говорю, и не яблочный, и не томатный, и не абрикосовый. И знаете почему? Соки аккуратно, яблочный. Потому что он за счет своих фруктовых кислот начнет раздражать тот же желудок. Томатный – то же самое делать. Абрикосовый – то же самое делать.
Даже отвар шиповника может не совсем хорошо сработать в этом деле. А для того, чтобы просто-напросто вот оборвать вот этот вот процесс, достаточно, ну, примерно 7-дневного голодания. От 3 до 7 суток, чтобы все это просто-напросто успокоилось, снялось какое-то воспаление. Потому что слизистая, она довольно-таки быстро заживает. И дальше вы начинаете вот это слизеобразующие продукты. Вот именно отвар овса и то, что я говорил. А вот это все, мое мнение, за счет фруктовых кислот может дать не тот результат, который бы вы хотели. Свеклу нельзя, и грейпфрут тоже. Соки напополам с водой или травяные чаи, отвар овса в кожуре. Отвар овса в кожуре, вот это хорошее. Остальное я в данном случае не приемлю. Корки граната лечат гастрит, аппендицит, стафилококк, дизентерию, кишечную палочку, диарею. Но считается, что гастрит там от каких-то этих бактерий там возникает. Значит, аппендицит это тоже от каких-то вроде должен быть бактерий. А вот дальше. Стафилококк согласен. Дизентерию, потому что она согласен. Кишечную палочку согласен. Диарея это следствие. То есть диарея, дизентерия, они все вызываются кишечной палочкой, стафилококком или другими какими-то этим. Потому что тут как-то свалено все в эту самую. Кучу. А давайте, знаете, что мы сейчас с вами сделаем, вот, чтобы мы поняли с вами, в чем различие дизентерии от диареи. То есть вы сейчас просто-напросто посмотрите, как я работаю. Вот я работаю. Дизентерия. Что это? Что это? Дизентерия – инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, преимущественно толстой кишки. А вот до толстой кишки вот это все не дойдет, потому что оно всосется, где? Оно всосется у тонком кишечнике, дальше оно не пойдет в толстую кишку. Значит, уже все, корки граната не пойдут. Так, заболевание вызывается бактерии рода Шпигелла. При разрушении микробов выделяется токсин, который играет большую роль в развитии болезни и обуславливает ее проявление. Возбудителем дизентерии отличается высокая выживаемость во внешней среде. Поняли? Преимущественно в толстой кишке. Дизентерия. Корки граната не пойдут. Они просто туда не дойдут. Далее, теперь смотрим диарея. Диарея называют патологическое состояние, сопровождаемое частыми позывами к испражнению. Выделение при этом достаточно обильно и имеет разжиженную консистенцию. Это явление вызвано нарушением слаженной работы пищеварительных органов. Значит, если смотрите, диарея вызвана нарушением слаженности работы пищеварительных органов, а от чего она может быть? Вот это вот нарушение слаженности работы пищеварительных органов, это тем, что человек безобразно питается неправильно, без учета возможностей своей пищеварительной системы. И в результате у нее идет несварение и начинается диарея. Корочки граната тут помогут? Оказывается, тоже нет. Тут надо восстановить вот эту вот нормальную работу желудочно-кишечного тракта. О чем я говорил? О чем я говорил? Видите, как? Вот такой вот, без разбора. Просто так раз, а он не туда. Где-то он, возможно, действует. Я не возражаю. Кстати, а корочки граната? Давайте посмотрим, а что корочки граната делают? Корочки граната применение или от чего? Ну, давайте применение. Так. Область применения кожуры граната обширна, но особенно ее ценят за противовоспалительные и дезинфицирующие свойства. То есть в любом случае противовоспалительно это может подействовать на желудок, согласен. Благодаря антимикробному действию корки отлично справляются с инфекционными заболеваниями. Но инфекционное заболевание надо, чтобы вот это все подействовало, знаете где, в толстом кишечнике. А оно всосется в кровь, поэтому... Насколько это будет действие хорошо. Воздержание это норма. Не знаю, что сделать. Я уже сказал. Александр Кибалов. Главное поджелудочную железу обмануть и успокоить. А гастрит потом уйдет. Поджелудочную железу обмануть и успокоить.
А что тут про поджелудочную у нас было сказано? При поджелудочной ничего не сказано, поэтому... Ну, там, естественно, и поджелудочная будет страдать. Потом дальше. Воздержание – это норма. 9 часов назад. А коронавирус? Мы же тут разбираем вот этот. Бурлит желудок, давит последы, тупая боль, пукаю. Таблетки не помогают. То есть вот так вот, можно запутаться при желании оздоровить себя, воспользоваться какими-то рекомендациями, вроде рекомендациями хорошими, но все эти рекомендации надо уметь применять, оценивать свое состояние, понимать, что для этого надо сделать, использовать, значит, нужные средства и при этом контролировать ход всего этого вашего оздоровительного процесса. И если этого не будет, вот это просто какой-то сумбур. Свеклу, морковку, грейпфрут, орехи. Это где-то было прочитано, что вот эти вот продукты обладают такими потрясающими свойствами. И я должен сказать, да, они обладают этими свойствами, но не в вашем случае. Чтобы они начали работать в вашем случае, до этого надо дойти. Вот такая вот беседа. Возможно, длинная она получилась. Возможно, где-то она неинтересная получилась, но она получилась, вот как мы с вами там разбирали, что можно так, рецептик бросил, а вдруг он попал? Попал – хорошо, но, как правило, это один случай из 100, когда рецепт попадает. Далее, без объяснений, ничего не понятно, как, что, где, что. Кстати, заходите в библиотеку «Воздержание – это норма» и читайте «Основы здоровья, целительные силы». Повышайте свое вот самообразование в этом вопросе. Нету знаний, и получается, что вот такая вот ерунда идет. Что-то там где-то услышали, вот это. А оно не вот, оказывается. Коротко об этом всем не сказать. Это я еще так, знаете, без объяснений особых вещей, которые я там советовал. Все это объяснение у меня в книгах можно почитать, потому что я их делал для себя, объясняя себе, как это работает. И, по крайней мере, я сижу перед вами со здоровым желудком, печенью, поджелудочной, толстым кишечником, регулярно опорожняюсь и при этом особо ничего не побаливает. Вот, коротко об этом не скажешь. Поэтому не то, что запаситесь терпением, а запаситесь, даже как-то мне трудно сказать, чем вам надо запастись. Важно получить знание. Поэтому длинно ли, коротко ли, слушайте, для того, чтобы выйти из этого там состояния.